В Ливии за контрабанду нефти перед судом предстали 14 украинцев с задержанного танкера «Рута». Об этом сообщает одно из местных изданий. По словам генерала Ливийского военно-морских сил, после трехчасовой перестрелки танкер был захвачен и вместе с экипажем доставлен в столицу страны Триполи. Среди задержанных были 14 украинцев, 4 турок и 2 грузин. По неподтвержденным данным, судно транспортировало нефть из Ливии на Мальту. Напомню, ранее в администрации Одесского морского торгового порта подтвердили, что танкер «Рута» принадлежит одесской компании.